А дом растет. Уже больше половины построено. Там 14 этажей. Сейчас 8-й. Ну вот. Ограждения появились на балконах. Первые окна даже вставляются уже стеклопакеты. Это 20 марта 2017 года. Ну и соседний подрастает. А тот, который в отдалении, там уже до третьего этажа дошли. Остекление, я имею в виду. Будем наблюдать дальше.